Вот эта дорога, это второй подъезд, который, в принципе, создает нам массу неудобств, когда первый подъезд к нашему дому бывает так, что очень много машин припаркованных, и ну, очень тяжело. Чаще всего вот я отсюда заезжаю, но здесь большие глыбы льда образовываются, лужи постоянные. Мы очень нуждаемся в том, чтобы вот эту дорогу нам отремонтировали, потому что зимой здесь образовываются лужи, дети ходят в школу, маленькие в темноте, утром идут рано, темно, вечером возвращаются, день-то короткий, и постоянно вот здесь травмоопасное место получается. Мы неоднократно обращались, чтобы нам эту дорогу отремонтировали, но, как говорится, вот и ныне там. В прошлом году, когда был юбилей 7-го микрорайона, на дороге, которая находится внутри микрорайона, были выделены деньги. Вот там, не знаю, красоту навели очень, где особняки элитные стоят. Там везде, это тоже внутри микрорайона, там везде навели порядок и красоту. А мы остались.